Спасибо, Татьяна, большое. Добрый день, дорогие участники. Не вижу, пока поставлена запись или нет. Ага. Добрый день, дорогие коллеги, участники вебинара. Очень рада вновь здесь присутствовать. Вижу уже огонечки, и сразу стало тепло, тепло, тепло на сердце. Я поздравляю с началом учебного года, хотя он уже начался и уже поехал, но поскольку вот только-только начался вебинар, то все равно хочется как-то поприветствовать и поздравить. У нас соответствующая тема, да, свой учебный год начался, и нужно как-то входить уже в какой-то ритм, и как-то хочется благоприятно его провести как для преподавателя, и так для студента, поэтому и родилась такая тема: не умеют или не хотят, или как помочь студентам учиться. Ну, здесь на слайде, ну, тот, кто меня не знает, небольшие вехи моего пути. Я преподаватель просто до мозга костей, я четверть века провела за кафедрой, и в конечном итоге сейчас в большей степени занимаюсь именно методологией, педагогический дизайнер, проектирую курсы, работаю с преподавателями, работаю с экспертами как в частных проектах, так и в проектах прямо образовательного, ну, масштабных образовательных проектов, автор курса обучения онлайн с помощью Google Class и педагогический дизайнер. Мне будет очень приятно, если вы тоже как-то представитесь, например, хотя бы посмотреть географию, то есть откуда вы, чем вы занимаетесь, преподаватель, вы администратор или методист. Ну, то есть я понимаю, что тема интересует, ну, то есть кого и как смогла заинтересовать эта тема, мне будет тоже приятно. Вот вижу уже Гомель, библиотекарь, Анастасия, спасибо большое. Но в любом случае я рассчитываю на какой-то контакт, потому что... Ну, потому что чем больше диалога, чем больше активности, а вот моя тема как раз и заключается в том, не умеют или не хотят, и я хочу посмотреть на нашей аудитории, мы не умеем взаимодействовать или мы не хотим. Да, Москва, преподаватель, спасибо большое. Я обязательно просматриваю потом весь чат, потому что это важно. Ну и давайте не будем терять время. Спасибо, да, Омский государственный университет. Да, кстати, если у вас есть вопросы, вы можете задавать любые вопросы, я на них с удовольствием отвечу в конце вебинара. Ну и если прямо совсем горящий или очень какой-то прямо огневой вопрос, то, может быть, и могу прерываться. На самом деле, когда находясь в аудитории, я обычно разрешаю меня прерывать. Если я могу ответить, то я отвечаю. Если не могу, то я все равно реагирую на эти вопросы и говорю, что я обязательно на них отвечу. Спасибо большое, коллеги. Я уже вижу, что у нас достаточно широкая география. Это тоже очень радует и как-то всегда вдохновляет. Ну и перед вами такая вот картинка. Все фотографии я беру обычно из архива, потому что у меня за время обучения накопилось очень много. И я думаю, что вы... Я перехожу к теме сразу. И я думаю, что вы заметили, что, ну вот, на лицах нет никакого желания учиться. И иногда, когда заходишь в аудиторию и видишь такую картинку, вот студенты даже не заметили, что я их фотографирую. Я, правда, делюсь потом обязательно всеми фотографиями, ни одну фотографию не размещаю без разрешения. Поэтому иногда мы смеемся, иногда мы улыбаемся. Ну, то есть в любом случае это все как-то обговаривается. Да? Но тем не менее, вот сразу возникает вопрос, что с этим делать? И я понимаю, что преподаватель, он всегда озабочен этим вопросом, потому что это и его, ну, это и его состояние тоже. Потому что когда нет реакции, когда вы видите нежелание на лице, то у вас это желание тоже пропадает. Поэтому трудно работать с аудиторией, которая не хочет учиться. Следовательно, очень хочется, чтобы было как-то по-другому. Может быть, вот так вот. Очень хочется, чтобы было так. Или еще лучше, когда это вот так вот. Да? И как раз и возникает тогда вопрос, собственно, это меня и побудило в свое время, довольно уже давно, заняться вопросом, а что же с этим действительно делать, и что можно сделать. Вот эту тему я и вынесла сегодня на наш вебинар. И, в общем-то, хочется, чтобы он был максимально полезным и максимально практичным. Поэтому я задалась сразу вопросом, а какие знания и навыки вы бы хотели получить? Или я
задаю это в виде вопроса, да, вы хотите получить, чтобы вот этой картинке, ну, чтобы вот как-то сразу менять вот эту картинку. То есть можно ли сделать что-то сразу уже завтра, чтобы было вот так или было вот так? Поэтому и задается вопрос, а какие знания или навыки можно в этом случае получить, чтобы их можно было использовать уже вот здесь и сейчас, уже завтра. Или я обычно прошу студентов, да, взять ручку в руки, потому что когда вы берете что-то в руки и начинаете записывать, я понимаю, что хочется расслабиться. Да, вообще хочется что-то, ну так, отвлечься, и чтобы тебе что-то интересное рассказали, и что-то было бы так вот, ну, вовлеченно и интересно слушать, и не хочется ничего делать, состояние абсолютно нормальное для мозга. Но когда берете ручку в руки, то мозг все равно включается. И об этом тоже нужно рассказывать, поэтому не все можно. Ну, иногда можно и вот, и, в общем-то, с ручкой в руках и взять даже чашечку с кофе, да, но запускать процесс обучения, это тоже как щелкнуть выключателем. Поэтому здесь тоже есть свои какие-то вот такие лайфхаки. Один из лайфхаков – это действительно взять ручку в руки и начать что-то делать. И, например, просто задать себе вопросом. Вот такая картинка, да, есть она у вас? Вот вы встречали такую картинку или нет у себя на занятиях? Особенно в 8 утра, например, да, когда нужно раскачать аудиторию. И с чем можно уйти с подобного вебинара, чтобы, например, с этим как-то... ну, на это как-то влиять, на это как-то действовать. Поэтому, если у вас есть такой интерес, или если у вас бывали такие ситуации, то вы можете либо огонечками мне подсветить, либо, может быть, рассказать какие-то свои истории, что да, такое бывало, и да, что-то будет интересно, а может быть, себе просто на листочке или в блокноте записать, да, с чем бы я ушел. Вот я сейчас вам продемонстрирую вопросы, которые я приготовила, и вы посмотрите, насколько они откликаются, и что в этом случае вы можете для себя сразу взять. Итак, вы сможете научиться на вебинаре анализировать проблему нежелания студентов учиться с обратной стороны Луны. Я объясню потом, что это такое, почему я взяла такой образ. Делегировать ответственность за обучение студентам в одной фразе. Ну, какие это волшебные фразы могут быть, хотя они, в общем-то, не волшебные. И я, наверное, буду рассказывать о совершенно очевидных вещах. Но вы знаете, об очевидном как раз рассказывать очень сложно, или применять как раз очевидно очень сложно из-за этой очевидности. Поэтому в свое время как-то я сама для себя нашла этот лайфхак, потому что мне кажется, что все это я знаю, но почему не применяю? И вот здесь как раз мне бы и хотелось заострить внимание о том, что по большому счету мы все это знаем. Но почему-то нам кажется, что это должно идти само собой, как само собой разумеющееся, и к этому не надо прилагать усилий. Вот как раз сегодня мне хочется подкрепить это навыком каким-то, для того, чтобы это было естественно. Планировать учебную нагрузку в помидорах, я думаю, что вы тоже знакомы с методом помидоры, и помогать студентам сдавать тесты, экзамены без стресса. Если вам что-то откликнулось, первое, второе, третье, четвертое, например, что-то вас больше заинтересовало, чем другое. Можно поставить, например, какой из вопросов вас заинтересовал, чтобы тоже я могла, например, просматривать это потом в чате. Ну что ж, мы пойдем дальше и начнем с первого вопроса. Итак, обратно. Как привлечь студентов в вузовскую библиотеку? Да, но это тоже вопрос вовлечения, но как раз сейчас мне бы хотелось заострить внимание, что мы занимаемся вопросами вовлечения, мы занимаемся вопросами различных методов и техник преподавания. И обратная сторона Луны заключается как раз в том, что есть много способов хорошо преподавать. И мы на них, как преподаватели, да, я все-таки как выступаю от лица нашего брата-преподавателя, да, и мы, мы на это заточены. Да, мы рассматриваем много разных техник, много разных методик. Мы рассматриваем различные психологические аспекты. Мы много уделяем времени мотивации. Но мы всегда находимся только с этой стороны Луны, со стороны преподавателя. Забывая иногда о том, что когда-то мы сами находились... Вот Луна была освещена с другой стороны, когда мы сами когда-то учились. Да? И как есть много способов хорошо преподавать, точно так же есть много способов хорошо учиться.
И у меня в связи с этим возник такой вопрос, когда я готовилась к вебинару, вот я почему-то, мне так захотелось спросить. Вспомните, пожалуйста, ну, прежде всего, я вспомнила себя и вспомнила, ну, трудно ли мне было учиться, а как я училась, да? Вспомните, пожалуйста, трудно ли вам было учиться? Вот если, я буду очень рада, если вы отреагируете как-то, потому что да, нет, плюс-минус, вау или еще как-то, это не трудно написать, это не так сложно отреагировать, поэтому скажите, а трудно ли вам было учиться? Вот я вижу, Кристина честно сказала, да, да, нет, замечательно, зависело от преподавателя, смотрите, как интересно, да? Нет. Угу. Ну, как бы вам сказать, вот с точки зрения нейрофизиологии мозга, обучение — это очень трудный для мозга процесс. На самом деле, например, трудность зависела от преподавателя. Да, сейчас я как раз не беру пока вот этот вопрос преподавателя, хотя это очень важно, что вы, очень здорово, что вы это отмечаете, да, а сам процесс обучения, даже сейчас, когда нужно подготовиться, спасибо, вижу, даже когда сейчас нужно подготовиться, например, я готовилась к этому вебинару, он был заявлен глубоко-глубоко летом, но я все равно вот эту прокрастинацию, я ее как могла все равно, ну так скажем, все равно реализовывала, да, потому что, ну еще солнце, ну еще есть время, ну еще как-то, но потому что трудно после расслабленного состояния заставить себя концентрироваться, фокусироваться и заставлять мозг работать. Мозг производит некие нейронные связи, и это труд. И учиться, в общем-то, всегда трудно с точки зрения именно физиологии мозга. Поэтому это не так легко, и я вижу, что все равно бывает интересно. Да, одно дело трудно учиться, но другое дело интересно, другое есть дело, есть мотивирующий преподаватель, есть вовлеченность какая-то, или есть уже навыки обучаться. И понятно, что это все облегчает потом вопрос. И понятно, что когда начинает получаться, то становится интереснее. И трудность вот эта сама по себе, она уходит. Но, тем не менее, как раз я задалась таким вопросом, вряд ли бы вы, у меня возникла такая гипотеза, что вряд ли бы вы стали преподавателем, если бы не умели быстро и эффективно учиться, потому что здесь очень много нужно учиться, если бы не любили учиться. Да, я думаю, что вы согласитесь со мной, что это факторы выбора профессии. Да? И в этом смысле как раз взяла, я логику преподавала 15 лет, и я взяла просто, ну так скажем, диаграмму логики. Да? Всякий преподаватель — это профессиональный ученик. Я взяла просто, соединила объемы понятий, и у меня тогда возникла вот эта мысль создать такой вебинар на том, чтобы поделиться своими навыками учиться со студентами. Потому что за многие-многие годы я увидела совсем другую картину, что не хотят на самом деле, а просто иногда не умеют, просто иногда не знают, с чего начать. Поэтому всякий преподаватель — это тот ученик, который действительно наработал много способов хорошо учиться, именно поэтому полюбил учиться, ему стало интересно учиться, ему стало нетрудно учиться. И я думаю, что у вас точно есть много способов хорошо учиться, и вы точно можете поделиться как раз своими способами со своими студентами. Вот свое подтверждение, подтверждение этим мыслям я нашла в модели поэтапного самостоятельного обучения Джеральда Гроу. Я все ссылки на те материалы, которые я использовала, я отдаю. Презентацию вы можете скачать, поэтому все это вы сможете изучить самостоятельно. Поэтому я не буду останавливаться на модели подробно. Мне просто очень хотелось как-то подтвердить свои слова авторитетом каким-то. И я как раз вот нашла такую модель, где вот этот рост самостоятельности в обучении, рост навыков в обучении, он прямо поэтапно распределяется.
распределен. И если здесь прямо даже бегло посмотреть, я не буду всю эту таблицу вам сейчас представлять, если просто даже бегло посмотреть, от зависимого студента к самонаправленному студенту, если рассматривать первый, второй, третий, четвертый этап, да, есть некий путь. И мы с вами, в общем-то, действительно, как преподаватели, находимся уже на четвертом этапе. Видите, здесь, когда примеры обучения предложены, это уже стажировка, диссертация, индивидуальная работа. Или преподаватель становится делегатором. Ну, как мы, например, своим аспирантам уже делегируем процесс преподавания. Да, это значит, что, в общем-то, у наших коллег, оппонентов уже достаточно навыков, чтобы можно было работать в том числе и с аудиторией. Это значит, что это, ну, собственно, высший пилотаж в самообучении. Поэтому вот мы, как правило, вернее, наша система, к сожалению, вот школьная система, система, в общем-то, профессионального образования, она заточена в основном на первых двух этапах. Да? И когда к нам приходят ребята, то, ну, на самом деле, вот их научиться никто не обучает, потому что в самой системе вот этот тип авторитарности, когда вы приходите, я прихожу учиться, и мне расскажут, да, и от меня, в общем-то, не требуется, ну, какой-то активности, самостоятельности, активности, ну, и прочих каких-то навыков, которые влекут ответственность за свое обучение. Такая зависимая позиция, она в самой системе есть. Я ни в коем случае не, сейчас не хочу как-то ругать систему. Во всякой системе есть свои плюсы, есть свои минусы. Но вот этот пробел, с которым сталкиваешься, когда начинаешь работать в аудитории, когда работаешь очень много, он все-таки чувствуется. И в лучшем случае, например, ну, просто мы останавливаемся где-то на втором этапе, да, когда действительно интересный преподаватель, как вы правильно вот всем написали, да, когда интересный преподаватель, когда, когда есть, владеет техниками вовлечения, но это больше о преподавании, а не об обучении. Все равно это зависит от преподавателя, то есть мой интерес зависит от преподавателя. Как сделать так, чтобы мой интерес зависел от меня самого? Вот, собственно, в этом и заключается сам путь, от вот переход от работы с мотивацией к переходу к работе учить учиться, переходу к элементарным навыкам хорошо учиться, потому что этому тоже можно научить. Самое главное, это здорово помогает в обучении. И когда это здорово помогает в обучении, у студентов действительно появляется и дисциплина, и действительно появляется какой-то интерес учиться. Становится легко, как вы написали, учиться. Мне очень нравится фраза «научить никого нельзя», я в этом убеждена, это мое убеждение. Да? Научить никого нельзя, можно только научиться. Ну, потому что, в принципе, нельзя, ну, как взять свою голову и кому-то передать ее, да, поэтому передать можно только тогда, когда воспринимает кто-то, когда вот этот труд, когда эти нейронные связи в мозгу или в мозге, не знаю, как правильно, создаются. Следовательно, я бы перефразировала немножко: научить никого нельзя, но любого человека можно научить учиться, и тогда он сможет учиться сам. Вот об этом как раз мне бы и хотелось сегодня не поговорить, а немножко потренироваться, да, чтобы, опять же, не я расскажу, а мы попробовали. Чему же можно или нужно научить, чтобы учиться проще и эффективнее? Когда я готовилась, я понимаю, что у меня перед глазами был какой-то прямо бесконечный список, и я понимаю, что это, ну, невозможно. То есть все это рассказать, передать за один час, у нас очень мало, в общем-то, оказалось времени, и здесь нужно укладываться, да, в какие-то рамки. Но я взяла просто некоторые какие-то вехи, например, для себя что-то выделила важное, и посмотрела, каким образом мы можем это хотя бы, но обговорить. Поэтому я пройдусь просто потому, что я приготовила. Мы очень многое потом разбираем. Надо сказать, что вот помощь в обучении, она тоже проектируется в программу, и мы подробно очень некоторые моменты разбираем потом на курсе «Педагогический дизайнер», то есть каким образом так спроектировать программу, чтобы эти навыки у студентов появились. На самом деле, в общем-то, все это лишь,
педагогический дизайн, то есть все это возможно проектировать сразу и сразу закладывать в процесс обучения. Итак, первое, на чем бы хотела остановиться, это или на что хотела бы обратить внимание. Не я хочу остановиться, хочу, чтобы внимание вы обратили, да, брать ответственность обучения, за обучение на себя. Вы сможете научиться делегировать ответственность за обучение студентам в одной фразе. На самом деле эта фраза уже прямо здесь, вот прямо на этом слайде. Как вы думаете, какая это фраза? Вот я вижу огонечек, спасибо большое, да, за отклик. Я все-таки хочу пошевелить, я понимаю, что у меня мало времени, да, я смотрю на таймер, на свой, но очень хочется, да, диалога на самом деле. Поэтому есть ли какие-то у вас версии по поводу того, что здесь на слайде есть, что уже сразу включает ответственность для студента? Совершенно верно, Надежда, браво. Вы сможете научиться. Да, совершенно верно. Смотрите, научить нельзя, да, я специально взяла эту фразу. Да, я бы перефразировала любому человеку, можно показать, продемонстрировать на примерах, как учиться. Не хочу сейчас входить в дебаты, давайте я продолжу. Да, очень хочется. На самом деле, вот это здорово, что вы задаете такие вопросы, потому что уже хочется входить в диалог. Научиться нельзя, можно только научиться. Вот смотрите, мы привыкли, это нормально, и для нас это норм действительно. Мы вас научим. И в основном программы строятся именно так. Я очень много работаю с программами, и прям вот получаю их чуть не каждый день, и с ними начинаю работать именно как проектировщик. Но смотрите, позиция «мы вас научим» или «вы сможете научиться» меняет само отношение к обучению. Потому что не я расскажу, а вы сможете научиться. Если мне говорят, что я смогу чему-то научиться, мне хочется взять ручку в руки и начинать что-то делать уже на бумаге. Ну, то есть, потому что это ответственность на мне. На самом деле это не так просто перевернуть программу, и поэтому я такое упражнение даю. Я понимаю, что мы выполнить его не сможем. Мы много выполняем подобных упражнений как раз на нашем курсе. Но, как правильно сказали, продемонстрировать, да, замечательная такая фраза, все равно могу. Вот совсем недавно я получаю такой, ну, такую программу по анти-эйдж. Я работаю как с частными лицами, так и с, ну, с образовательными организациями. Вот я получаю такую программу. Вы видите как раз фрагмент программы, я не буду ее зачитывать. Да, но когда речь идет о фундаментальных основах, о физиологических, биологических процессах, алгоритмах поддержания положительных изменений в образе жизни, ну и так далее, дальше по списку, у меня возникает вопрос к вам, вопрос. Как вы думаете, с какой позиции написана эта программа? С позиции преподавателя, который говорит, я вам расскажу о фундаментальных основах и биологических, и биохимических процессах, или я смогу научиться? Как вы думаете? Хотя, в общем-то, я понимаю, что этот вопрос уже риторический, да, потому что это больше демонстрация. Да, конечно, здесь идет позиция «я расскажу», потому что могу ли я в той фразе, например, я смогу научиться фундаментальным основам здорового образа жизни? Конечно, Анастасия, спасибо, да. Вот даже сама фраза звучит, ну, так скажем, нелепо, да. Я смогу научиться фундаментальным основам. Что-то в этих фундаментальных основах я точно смогу научиться. Но для этого нужно перепроектировать вот этот блок, в том числе и контентный блок программы. Поэтому даже в самом проектировании программы все равно сразу будет виден результат. Нам нужен вот этот результат. Я взяла в качестве примера, чтобы, ну, чтобы прямо наглядно, я взяла в качестве примера прямо темы нашего вебинара. Когда-то, как я уже сказала,
стало глубоким летом, просто я заявлялась с этим, именно с позиции расскажу, потому что я думаю, ой, да, вот надо провести такой вебинар, о чем же я там вот расскажу, что мне туда включить, да. И я взяла просто три вопроса, на эти, кстати, три вопроса вы и откликнулись, потому что вы не знали, что дальше будет в программе вебинара, почему студенты могут испытывать трудности, как различать отсутствие навыков мотивации, эффективные какие-то учебные техники и психологические методы поддержки. Понятно, что когда я размышляла над этим как преподаватель, именно с этой стороны Луны, как преподаватель, да, то я понимала, что нужно про причину рассказать, нужно про выбор, там, инструмент. То есть понятно, что в моей голове какая-то дифференциация или работа, она идет. Но это в моей голове, это я про себя думаю, о чем я расскажу, что я знаю, о чем я могу рассказать, что я потренировать могу. Но когда уже пришло время и нужно садиться за сам вебинар, то я понимаю, что нужно перефразировать это все с позиции, а что вы сможете? Я-то расскажу, а что вы сможете? Как я включу вас в этот процесс? Как я передам эту ответственность за то, что я знаю, а вы тоже знаете, но, может быть, для вас эти вещи просто не очевидны. Поэтому я стала перефразировать, анализировать проблему нежелания студентов, но не с той позиции, с которой мы привыкли, и мы к этому, это норма, потому что, ну, преподавание является нашим основным образом. Мы забыли о том, как мы учились сами. Делегировать, планировать, помогать, превращать. Я специально красным выделила глаголы действия. Именно с действия, да, взять ручку в руки, это действие, да, мозг фиксирует или нейронные связи начинает создавать на действии на каком-то, ну, потому что так он работает, поэтому трудно. Поэтому про глаголы действия можно просто в программу прямо включать, ну, то есть пытаться перефразировать, почему я сказала в одной фразе, понятно, что это некое, ну, я утрирую, конечно, не в одной фразе, и, конечно, это большая работа, вот взять так программу и полностью перевернуть ее с позиции «я расскажу» на позицию «вы сможете научиться». Поэтому в данном случае можно обратиться к таксономии Блума. Я думаю, что многие из вас это знают. Она очень популярна, она очень известна, но для построения как раз программ очень хорошо использовать. Поэтому здесь все даны ссылки. Конечно, мы не будем сейчас этим заниматься, но в любом случае я очень рекомендую вот попробовать действительно войти в аудиторию и однажды сказать, сегодня мы будем рассматривать, вместо этого сказать, сегодня вы сможете научиться. И это можно сделать прямо завтра. Что еще можно предпринять? Конечно, вот этот диалог со студентами, когда, ну, нужно рассказать, что от него требуется, что сделать его соучастником этого процесса. Не положение зависимое, авторитет, я все знаю, сейчас я расскажу, да? А сделать участником, ну, своего рода такой контракт, договор, и это даже не столько про мотивацию, сколько действительно про умение учиться, когда вы встаете на позицию партнерских отношений, субъект-субъектных отношений. Конечно, можно описать задачи, которые предстоят сделать в процессе обучения с позиции «вы сможете научиться», то есть перестраивать, пытаться свои программы или свои прямо лекции, свои практические занятия, чтобы заранее избежать вот этого статичного восприятия, которое никак не сможет запустить вот этот процесс ответственности. Это один вопрос. Время идет, я себе запланировала, что где-то не больше 10 минут я могу положить на один вопрос, и я этот таймер соблюдаю, поэтому сейчас хочу как раз проговорить про планирование времени на обучение, то есть как мы планируем время на обучение. Но прежде всего, иногда нам так кажется, что... Давайте пойду по порядку, да? Вы сможете научиться планировать учебную нагрузку в помидорах. Я уверена, что большинство из вас знает, что такое метод помидора. Он, в общем-то, достаточно популярен, но я понимаю, что вы знаете, но хочется попробовать. Но у меня к вам вначале вопрос. Напишите, пожалуйста, в чате, вот что вы не любите делать. Вот не люблю проверять домашки, да? Вспомните какое-то неприятное занятие, которое вам периодически нужно делать, но очень не хочется. Не хочется прямо брать бытовые какие-то вещи, там, мыть посуду, это понятно, что все время не хочется, там, гладить белье. Можете ли вы назвать какие-то действия, которые вам не хочется делать? Ну, не любите делать. Писать рабочие программы.
Спасибо большое. Да, очень не любят преподаватели писать рабочие программы. Обращайтесь к проектировщикам, они вам напишут очень хорошие программы. Не люблю принимать экзамены. Кстати, по поводу писать рабочие программы, у меня сразу такой вот вопрос, да? Не люблю писать, я люблю писать рабочие программы, потому что я умею это делать. Интерес возникает тогда, когда появляется навык. Оценивать работы. Да, тоже не люблю, потому что на экзамене мне трудно сидеть, нужно оценивать. Это такая работа, ужасная работа. То есть я не имею в виду, что сама работа ужасная, а очень трудно. Рабочие программы по воспитанию. Составлять фонды оценочных средств. Работу за компьютером. Слушайте, так интересно. Угу. Я даже вижу вот из этого сейчас, да, а что можно было сделать... Это, как это можно было бы сделать, чтобы это полюбить? Да, вот сейчас началось 1 сентября, и я прямо вижу, дети не хотят в школу. Там, у моей приятельницы ребенок прямо вот истерику закатывает. Не хочу учиться, вот я не хочу в школу. Не учиться, а не хочу в школу. Да. Как же сделать так, чтобы вот, ну, вот это желание возникло? Потому что на самом деле научить ведь нельзя, можно только научиться. За желание нет, ничего не сделать. Проверять творческие работы по отдельным отраслям юриспруденции. Слушайте, замечательные ответы. Давайте мы посмотрим, как с этим справляться. Я обращусь к очень известному автору как раз в этой области, как раз борьба с прокрастинацией. Думаю, что вы знакомы с работами Барбары Оакли. Она очень много пишет про то, чтобы учить учиться. Всемирно известный уже автор этих программ. И именно оттуда недавно вышла книга «Думай как математик». Очень рекомендую, потому что не только для математиков, но и вообще для, особенно для преподавателей, где собраны очень много каких-то рекомендаций преподавателей со всего света о том, как, ну, какие-то методы, лайфхаки, то есть как они работают со студентами, чтобы вот этот навык внедрить, что ли. Поэтому и прибегаю как раз к ее цитате из этой книги. Если вы пытаетесь избегать какого-то неприятного занятия, попробуйте сосредоточиться не на продукте. Что-то нужно сделать, вот мне нужно проверить там 25 контрольных работ или 25 тестов, которые я задала. Да, и 25. Вот иногда кажется, ну 25, это уже тысячу раз это все проверял, ну быстренько я проверю, и все. Ну, начинаешь тянуть до последнего момента, потому что в глубине души я понимаю, что это не быстренько. Потому что всегда найдется кто-то или что-то, на чем ты застрянешь. Или всегда будет какой-то вопрос каверзный. Или какая-то нестандартная ситуация, которую нельзя просто проскочить. Но что значит на процессе? Или разделить его на короткие промежутки времени. Вот в этом смысле как раз Барбара Оакли, ну, она взяла эти методы, у них их много. Я беру сейчас самый простой или самый популярный метод, да, метод помидора. Автор его Франческо Чирилло, это 80-е годы, когда он пытался внедрить это в систему тайм-менеджмента, но этот метод так прижился, собственно говоря, везде, где нужно измерять, планировать время, что, в общем-то, он стал довольно популярным. Лично мои студенты очень любят вот этот метод, потому что сейчас люди гаджетов, да, сейчас очень много и онлайн, но все равно он яркий, красный, да, и работать короткими промежутками времени очень удобно. Надо сказать, что, готовясь к вебинару, я тоже работала именно в помидорах, потому что, ну, дикий перегруз из-за работы, и нужно еще успевать и там, и там, и там, и там. И когда вот ты начинаешь циклиться на том, что я ничего не успеваю, потому что нужно вот первое, второе и третье, вот этот продукт или результат, когда вы его убираете и переводите в короткие промежутки времени, в том числе и для студентов, да, таким образом вот этот стресс, он снимается. Но причем это все связано действительно с физиологией работы мозга. Разделите работу на малые отрезки, затем занимайтесь интенсивно, но короткими периодами. Снимается прежде всего вот это стрессовое состояние самоконтроля. 25 минут по-разному делали, иногда 15 минут, иногда 20 минут. То есть здесь вот такая настройка, личная настройка. 25 минут для меня, например, норм. 25 минут полной концентрации внимания, когда все отключено. И когда 25 минут, это, ну, это немного. То есть, в принципе, со своим хитрым мозгом,
мозгом, который будет всячески прокрастинировать, потому что ему нужно сохранить энергию, и он долго не хочет ее разбазаривать, потому что а вдруг завтра война, мы не готовы. Следовательно, когда говоришь 25 минут, это совсем немного, то в принципе успокаиваешься. Да, можно 25 минут сконцентрироваться, это можно. 5 минут сладкого перерыва, сладкого во всех отношениях, потому что ну, кто как хочет, так его и может провести. Вот это переход от сфокусированного внимания к рассеянному, когда мозг работает и в тот, и в другой промежуток времени, но в одном варианте он работает сконцентрированно, а в другом рассеянно, вот этот переход от одного к другому дает совершенно сногсшибательный период. Потому что когда мы отдыхаем, когда нам кажется, что мы отдыхаем, мозг обрабатывает эту информацию, но в рассеянном режиме. Очень хорошо опять описано это как раз в книге Барбары Оукли. И на самом деле, в общем, конечно, я давно это применяю. И вот этот переход даже на одном и том же занятии из фокуса в рассеянное, из фокуса в рассеянное, он в конечном итоге дает такой, ну, какую-то свежесть все время. Поэтому я очень рекомендую попробовать такой метод. И давайте я просто продемонстрирую это на упражнении. Упражнение 1. Давайте мы рассчитаем нагрузку, например, на такое задание. Прочитать текст 15 страниц. Вот когда мы проектируем то или иное задание, практическое задание для наших слушателей, учащихся студентов. Прочитать текст 15 страниц, сделать конспект. И, в общем-то, иногда не задумываемся, а сколько времени на это уходит. Да? И самое главное, что ну, наши студенты в основном не работающие, да, и они, для них обучение является основной их работой, но тем не менее все равно нужно четко понимать, а сколько времени на что уходит. Да, вижу, спасибо. И я, ну, понятно, что я не стала это рассчитывать сама, я задала этот вопрос искусственному интеллекту, потому что с творческими задачами он, к сожалению, не очень хорошо справляется. Все, что касается расчетов, хорошо. И, например, мы рассчитали с искусственным интеллектом, вот сколько бы времени нужно на то, чтобы прочитать текст 15 страниц, сделать конспект на 500-700 слов, это где-то полторы, ну, полторы-две страницы. Полтора часа времени это нужно, и затем просто взяли, и я взяла и посмотрела, да, сколько это будет в помидорах, когда я не вывожу на экран или не думаю о том, как мне это рассчитать. То есть я понимаю, что нужно вначале прочитать, а потом законспектировать. У меня есть два вида деятельности. И я рассчитываю вот уже где-то навскидку. Мне уже, поскольку я с этим работаю, то я уже могу приблизительно себе сказать, что вот это займет один помидор, это займет два помидора, три помидора. То есть мне так высчитывать гораздо проще. У меня сразу в голове возникает некая картинка, некий образ. Следовательно, например, если рассчитать это в помидорах, то получается 4 помидора. Чуть больше по времени, но очень гигиенично по отношению к... экологично, так скажем. Да, экологично по отношению к работающему мозгу. То есть сопротивление в этот момент не возникает, если время рассчитать именно так. Вот давайте мы, у нас мало, к сожалению, очень времени, мы тоже делаем такие упражнения, и мы их не только делаем, мы их придумываем для своих программ на курсе. Но вот навскидку, варианты навскидку, здесь кто-то писал, что не любит проверять творческие работы типа эссе, вот прям по вашему заказу, да? Как вы думаете, вот сейчас пока без всяких особых расчетов, да, навскидку, сколько помидоров нужно для того, чтобы написать эссе в 1000 слов, ну, это где-то 2 страницы. Время на... Здесь нужно учесть время на планирование, ну, то есть составить какую-то тему, план, время на само написание текста и время на редактирование. Вот так бы мы рассчитывали в часах. А как вы думаете, сколько это в помидорах? Вот просто навскидку. Вот хочу подождать обратной связи, хотя время немного. Понятна ли сама методика? Да, давайте я тоже обратную связь. Надежда пишет 2. Время на планирование, время на написание текста. Понятна сама методика, Анастасия пишет. Спасибо за обратную связь. 5. Написание текста. Вот как раз эссе, да, это творческое задание.
где нужно вначале составить план, то есть что там, ну, три, да, вступление, основная часть, заключение. Что-то я должна подумать на это, да? Время на написание текста. Вот смотрите, сейчас, по большому счету, давая мне ответы, вы уже планируете. То есть вы планируете учебную нагрузку. И смотрите, кто-то планирует 2 помидора, кто-то планирует 2-3, кто-то 5. Вот это уже процесс планирования. Таким образом, вы уже представляете, сколько у вас времени уходит. Причем свое время нужно сразу умножать на 2, потому что вы профессионалы, вы это делаете быстро. А тот, кто не может, ну, тот, кто только первый не может, а первый раз это делает, то у него в 2, иногда на 3 нужно умножать. Но давайте я не буду тянуть долго. Я рассчитала это как 4 тоже помидора. Ну, опять же, я исхожу из частей, поскольку я проектировщик, я мыслю частями, да, поэтому я четко понимаю прямо время на планирование, там, один помидор, то есть мне достаточно будет 25 минут, чтобы обдумать, ну, так скажем, свою экспозицию этого эссе на написание текста, ну, собственно, прям конкретно составление текста и на редактирование, потому что правки все равно потом идут. Но вы правы, если не редактировать, то это где-то 3 помидора. Но, во всяком случае, в помидорах уже даже навскидку можно делать это быстро. И можно это в помидорах обсуждать. Вот очень трудно это обсуждать, что вам на это нужно 1,5 часа. Студенты на этом обычно начинают зевать. Или там 2 часа, или запланируйте себе время. Когда мы говорим о помидорах, точно так же, например, как вы думаете, сколько помидоров, да, в авоське у вас будет лежать? И, собственно говоря, человек начинает включаться, он включает свою ответственность, он включает свое участие в этом. Спасибо всем, кто участвовал. Мы пойдем дальше. Вывод заключается в том, что на обучение нужно время. Нельзя сделать обучение, не проходит вскользь, мимо чего-то. То есть это отдельный вид деятельности, на которое нужно время и которое нужно планировать и закладывать. Поэтому, если бы я не заложила на подготовку этого вебинара определенное время, то вряд ли бы я смогла это сделать за одну ночь перед тем, как он пройдет. Хотя иногда бывает и так. Здесь мне очень нравится еще одна фраза, я позволю себе из книги Барбари Оукли, как раз пишет, фокусируясь на процессе, а не на продукте. Когда вы начинаете вот этот метод помидора применять, то вы с результата переходите на процесс. Это освобождает мозг от самоконтроля. Я беру это как раз из ее фразы. Вы выходите из режима постоянного самоконтроля, но скоро ли конец, да, ну скоро ли там, ну сколько еще осталось? Еще 10 работ осталось. Расслабляетесь, погружаетесь в рабочее состояние. То есть привычку мозгу формировать легче, чем достигать результата. И еще один, я надеюсь, что еще один вопрос мы обратим на него внимание, это дисциплина в обучении. Очень похож на то, что мы говорили до того, когда я сказала, что за одну ночь перед тем, как провести вебинар, я буду готовиться. Иногда бывает и так, да. Но с чему сможем мы здесь научиться? Помогать студентам сдавать тесты, экзамены без стресса. Мы все с вами точно знаем, что нужно учиться регулярно, постоянно, и что это более глубокие, более фундаментальные, более прочные знания, которые потом легко изъять, ну, из любой ячейки памяти. Здесь, опять же, позволю себе, ну, просто цитату, взбадривающую цитату, когда студент жалуется на проваленные экзамены, сообщает, что он накануне занимался целых 10 часов. Я отвечаю, так вот почему вы провалились. И когда студент удивляется, добавляю, нужно было заниматься понемногу, но постоянно, да? Дисциплина – это регулярность, регулярность занятий. И это тоже проектируется. То есть каким образом можно так расставить учебный материал, чтобы студенты регулярно к нему подходили. Ну, то есть, вот, ну, понимаете, как кормушка, да? Которая регулярно, или к холодильнику, да, мы регулярно к нему подходим, да, потому что там что-то такое порционное лежит. Вот это как раз порционность знаний, она тоже проектируется и закладывается.
нравится. Мне просто вот эта фраза очень нравится, поэтому я ее здесь вывела. Если учиться в ночь перед зачетом, ничего кроме зачета не будет. Зачет будет, но у каждого из нас, как у преподавателя, есть какие-то амбиции, что ли, в том плане, чтобы это были не только зачеты и экзамены, но и знания. Да, мы ради этого работаем и ради этого живем. Вот здесь мне очень хочется вам представить опросник для подготовки к тестам и экзаменам, который я взяла у профессора Ричарда Фелдера. Он написал его для студентов, которые недовольны с результатами своих экзаменов. Так, математика, что? Да, я читаю в чате, математика, Наталья написала, математика уже тем хорошо, что она ум в порядок приводит. Совершенно с вами согласна, замечательная фраза. Но здесь речь, еще раз говорю, что когда обращаюсь к книге Барбары Оукли «Думай как математик», да, она действительно приводит в порядок голову, но на самом деле это связано и с мышлением тоже, потому что когда приводишь в порядок мышление, то оно... Да, я автор. Спасибо, да, я согласна. Оно на все распространяется потом. Вот если, как это, ну нельзя, например, накачать, вот если бы нам сказали выступить завтра в соревнованиях по бегу, да, и мы бы за одну бы ночь попытались бы себя как-то подготовить к этому, у нас бы ничего не получилось. Точно так же и с мышлением, да, поэтому и думай как математик, да, это действительно прокачка мышления, потому что и дисциплину, и планирование, и ответственность — это все некие навыки, которые очень нужны для обучения, в принципе, для любого обучения. И самое главное, что это дает поразительный эффект. Вот здесь в опроснике, я почему его предлагаю, потому что он предложил его студентам, то есть на их претензии, почему же они так много занимаются, не могут сдать экзамен, он и подготовил такой опросник. Я его позаимствовала. Значит, в опроснике написано, опросник, кстати, вам вложен прямо как готовый, вот я его прям перепечатала и вложила, потому что я его тоже использую. Отвечайте, там написано, отвечайте «да» на вопросы, отвечайте «да» только в том случае, это предложено студентам, отвечайте «да» только в том случае, если вы всегда совершали описываемые действия. Чем больше у вас будет ответов «да», тем лучше вы подготовитесь. Если вы ответили «нет» больше двух раз, то подумайте над тем, чтобы изменить методику подготовки к экзамену. Ну, давайте посмотрим, что же, из чего это состоит. Давайте возьмем такое упражнение. Первый вопрос. Что я из этого извлекла? Вот так вот я скажу. Когда я прочитала этот опросник, я поняла, что его можно использовать самому не только для подготовки к экзаменам, вернее, для подготовки к экзаменам преподавателя. Да? То есть как нужно готовить студентов к экзаменам. И он это написал для студентов, а отсюда можно, вот все время я вспоминаю эти две стороны Луны. Да? Когда работаешь над одним, когда освещена одна сторона, на самом деле у нее есть и другая сторона, может быть, пока не освещенная, но чем больше ты начинаешь работать над целостностью, тем больше начинают освещаться обе эти стороны. Поэтому что можно здесь придумать? Я просто пробежалась и посмотрела, а что в данном случае можно предложить самим студентам, чтобы их ответы «да» стали закономерными? Да, потому что если им не предлагаются подобные формы работы, они не могут ответить на вопрос «да». И если пробежаться по вопросам, становится понятно, а какую работу можно проводить со студентами, чтобы помочь им сдать зачеты и экзамены. Например, первый вопрос. Принимали ли вы активное участие в групповых обсуждениях домашних заданий? Предлагали идеи, задавали вопросы? И я, например, предлагаю вам сейчас... в оставшиеся буквально несколько минут времени, ответить на вопрос, а какие формы работы со студентами в рамках, например, своей дисциплины вы можете предложить, чтобы они помогли ответить студентам на предложенный вопрос «да». Итак, принимали ли вы активное участие, задаем мы вопрос студентам, в групповых обсуждениях домашних заданий? Что для этого должен сделать преподаватель? Будьте добры, ваши варианты какие? Вот что для этого нужно сделать преподавателю, чтобы на этот вопрос студенты ответили «О, да!»
Дорогие коллеги, меня слышно, видно? Слышно, видно? Или вопрос трудный? Организовать групповое обсуждение домашних заданий. Быть интересным. Задержка идет. Спасибо большое. Предложить анкету, провести урок о том, как готовиться к ДЗ. Да, замечательно. Мне только очень трудно понять пока, как быть интересным, потому что это как? Вы знаете, почему еще взяла вот эту тему? Вот натолкнула меня сейчас мысль на ответ. Спасибо, Дмитрий, за ваш замечательный ответ. Натолкнула на мысль. Вы понимаете, одно время мне я задавалась этим вопросом, то есть как контактировать с аудиторией очень давно, да? И в конечном итоге я пришла к тому, что на самом деле я очень много проводила игр в свое время, да, потому что мне казалось, что вот вовлечь в игру, ну, бывает интересно. Но я поняла, что игра нужна не всегда и не везде. Да. И однажды сами студенты ко мне подошли и сказали, ну, двое таких интересных молодых людей подошли и сказали, скоро мы играть прекратим и займемся чем-нибудь более интересным, более нормальным, они сказали. Ну, естественно, хочется лекцию послушать, там, какую-то серьезную тему послушать. И я тогда поняла, что на самом деле вот эта вот ну, игра или вот это развлечение, оно далеко не всегда и не везде нужно. И что есть... потребность у студентов, у самих есть потребность глубоко заниматься. И вот эти танцы с бубнами, да, вот этот вот интересность, вот эта, она, ну, не всегда востребована. И именно поэтому я занялась, на самом деле, проектированием я занялась достаточно давно, как раз вот как инструмент для того, чтобы наладить контакт со студентами, для того, чтобы сделать занятия интересными. И вы знаете, оказывается, можно делать интересными, более, вообще не прибегая ни к каким танцам с бубнами. Да, студент пришел учиться, а не в цирк. Пусть слушает и пишет конспект, зачет или экзамен покажет. Замечательно. Да, нужно только немножко помочь, да, потому что когда нам трудно, вот смотрите, другой вопрос задам, когда нам трудно самим, просто по жизни, в жизненной ситуации, да, некоторым студентам учиться действительно трудно, давайте мы просто вспомним себя, когда нам трудно, ну, с чем-то, вот на работе не ладится, там, не знаю, дома что-то не ладится и трудно нам, что нам хочется, вот ответьте мне на вопрос, вопрос целей пришедших, самого преподавателя. Да, согласна, да, очень дискуссионные вопросы, здорово было бы поэтому подискутировать. Но на мой вопрос, поддержки Анастасия пишет, совершенно верно. Да, когда трудно, нам хочется, чтобы нам не говорили о том, что вот ты вот пришел на экзамен, вот ты учиться пришел, поэтому вот будь добр, учись, да. Когда нам трудно, нам просто хочется поддержки. Вот эту поддержку иногда дает внимание, да, действительно. Нам хочется поддержки, внимания. Вот когда трудно сдать экзамен, то самое лучшее, что я могу предложить, это поддержку. Поддержку я могу предложить только в том виде, в каком я могу ее предложить. Я знаю, как учиться очень здорово, быстро и эффективно и так далее, потому что я все это прошла. Шоколада и пирожное тоже неплохо. Хорошо, спасибо за замечательные ответы. Я тоже набросала такой чек-лист вам, да, когда на все вопросы этого вопросника я тоже ответила, села, включила таймер, у меня ушло на это 2 помидора. Поэтому здесь по этой ссылке вы можете найти просто шаблон, где вы для своей дисциплины можете вписать свои ответы, просмотрев внимательно вопросы для того, чтобы подготовить студентов к зачетным экзаменам. Есть просто ряд вопросов, которые наш коллега уже приготовил для студентов. И нам осталось только ответить в рамках своей дисциплины или в рамках своего понимания, то есть как мы можем помочь студентам. Но понятно, что я это тоже проделала, и заполненный чек-лист вам тоже оставляю, представляю, вы можете скачивать презентацию и пользоваться в том числе и этим чек-листом тоже. На каждый вопрос я тоже предложила несколько вариантов различных форм работы, чтобы, например, могла сделать я в этом случае. Мы пойдем дальше.
И здесь в качестве бонуса, ну просто очень книжка замечательная, да, я беру прямо советы Барбары Уокли, она расписывает в конкретных чек-листах 10 способов преуспеть на экзамене, их прямо можно выдать на парту каждому студенту, и 10 способов провалить экзамен. В зависимости от того, в каком контексте у вас идет с ними диалог, вы можете использовать то и другое. Деловые игры востребованы студентами. Спасибо за презентацию. Да, спасибо, Сусанна. Деловые игры действительно востребованы. Да, но их нужно точно здорово проектировать. И четвертое, на что бы я точно обратила внимание, это практика в обучении. Вот о практике в обучении мы тоже очень подробно говорим на нашем курсе «Педагогический дизайн», а я на этом прервусь, потому что, но практику не опускаю, поэтому практику для вас. Я не могу отпустить вас без практики, поэтому время практики и у нас настало. Проанализируйте свои техники обучения, какими из них вы бы поделились со своими студентами, потому что у вас они точно и отлично работают, иначе бы вы не были преподавателем или тем, кто вы есть, и приносят много пользы. Для своей учебной дисциплины придумайте рекомендации, которые бы вы дали слушателям для эффективного обучения, в том числе, например, воспользовавшись последним опросником, скачать который вы можете в этой же презентации. Ну, а я завершаю и представляю вам курс «Педагогический дизайнер». Я знаю, что вам бросили ссылочку прошлого года, и я еще не, так скажем, ну, не корректировала, пока не было такой возможности этот курс, но готовясь к нашей встрече, я, конечно, переосмыслила и переосмотрела, поэтому вот здесь уже идут свежие темы. Он у нас рассчитан на декабрь в конце этого года. И, конечно, 8 будет вебинаров, но вебинары скорее идут действительно как практика. Я поклонник практики. Я не очень, как вы понимаете, люблю рассказывать, хотя получилось наоборот, а очень хочется, чтобы ну, дать кусок глины, и учащийся студент сам его мял, потому что никого нельзя научить, можно только научиться, если вы начинаете мять эту глину, если вы берете ручку в руки. Поэтому наши темы на этом курсе тоже пойдут в таком же ритме и в таком же режиме. Поэтому я вас приглашаю. И поскольку презентация у вас дается для скачивания, вы тоже можете внимательно все посмотреть и запланировать, если необходимо, обучение на курсе. Какие знания или навыки вы получили на этом вебинаре, чтобы использовать уже завтра? Если у вас еще осталось время, если у вас еще есть буквально пара минут, я буду очень рада, если вы напишете, с чем вы ушли. Может быть, какая-то фраза, какая-то методика, какая-то эмоция вас задела, и если вы поделитесь ею, я обязательно прочитываю потом весь чат, и очень рада бываю любой обратной связи, потому что только в диалоге, только в обмене информацией можно чему-то научиться. Спасибо большое. Я оставлю этот слайд. Дальше здесь, если есть у вас вопросы, я уже тороплюсь, запинаюсь. Если есть вопросы, вы можете мне написать. Спасибо большое за внимание. Мне было очень приятно с вами встретиться и очень приятно провести время именно в диалоге. И всем желаю больших успехов. Пусть этот год пройдет благоприятно как для вас, так и для ваших студентов. Всего доброго, я жду ваши комментарии в чате. А пока прощаюсь.